Всем привет! Я думаю, такого картофельного салата вы еще не готовили. Красную луковицу немного обжариваем. Добавляем чеснок. Наш лучок почти обжарился. Смотрите, какая у меня здесь красота. Картошку я нарезала на пластинке и отварила. Я добавляла луковицу для вкуса, пока я ее убираю. Салат она нам не нужна. Что мы сейчас будем делать? Я с картофеля немного слила воды, а половину оставила. Что мы теперь делаем? И эта жидкость с картофеля, там вкус лука, придаст нашему салату именно ту консистенцию. Для удобства я опять в кастрюльку. И теперь ждем, чтобы оно немного остыло. Во-первых, попробуем на вкус. Оно должно быть солененькое. Добавляем зеленый лук. Сегодня я хочу добавить огурчик. Можно перец болгарский. Любой кислоты немножко. Или уксуса. Все-таки это у нас салат. Можно еще добавить свежий чеснок. И все хорошо перемешиваем. И очень вкусный картофельный салат готов. И рецепт под видео. Знаете, насколько он вкусный?